Они говорили, что просто хотят отметить день рождения в кругу друзей. Просто устроить квартирник для своих. Но ситуация вышла из-под контроля. Своих оказалось слишком много. До сегодняшнего дня это видели только 1500. 1500 тех, кто там был. Ведь все, что было в Вегасе, всегда остается в Вегасе. Но скоро все изменится. Они покажут это всем. Покажут самый большой квартирник в истории. Ты сможешь увидеть это первым. Если успеешь стать первым.